По традиции, в канун Нового года и новогодние каникулы во всех уголках республики проходит череда праздничных мероприятий. Более 180 тысяч малышей и школьников смогут пойти на новогодние елки. В Чувашском государственном театре оперы и балета сегодня прошла традиционная елка главы Чувашии. На праздник собрались самые талантливые и одаренные дети из всех районов и городов республики. Поздравить ребят с Новым годом приехал Михаил Игнатьев. Яркое представление, хоровод у елки, песни и танцы. Сегодня на новогоднем представлении побывали почти 700 ребят. Перед спектаклем дети водили большой хоровод. Ребята с разных районов Чувашии с удовольствием подпевали веселым клоунам. Новогодняя елка главы никогда не обходится без главного героя. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой Михаил Игнатьев поздравил всех с самым долгожданным праздником в году. Я абсолютно уверен, что вы будете делать достойно свое дело, учиться и еще раз учиться. Кроме этого, полученные знания будете использовать для себя в любой жизни, в любых экстремальных условиях и формируйте себя как сильную личность. Сильная личность всегда ориентируется правильно, минимизируя ошибки, добивается хороших результатов. А нам очень хочется, чтобы наши дети, дети 21 века, вели себя достойно, развивали нашу огромную Россию. Будущее России за вами! В этом году удивить ребят в театре оперы и балета решили необычным представлением. Спектакль «Сказка Али-Баба» получилась не только волшебной, но и поучительной. За 4 дня участниками новогоднего торжества станут более 2500 юных жителей республики. По традиции на праздник приглашают ребят, которые добились успехов в учебе, победителей конкурсов, соревнований и олимпиад. По приглашению главы Чувашской республики приглашены детки, которые себя проявили в течение 2012 года. Это на различных конкурсах, на различных олимпиадах. Это самые талантливые, самые умные, самые активные наши детки. Здесь среди них есть, конечно, и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они тоже получают соответствующие приглашения, но эти дети тоже талантливые во всем, потому что каждый ребенок, по сути, он талантлив в своей отрасли, не обязательно в учебе. Поэтому, исходя из этого, здесь действительно, я считаю, самая элита нашей республики. На этом сюрпризы не заканчиваются. Каждый участник новогодней елки получил сладкие новогодние подарки и поздравительную открытку от главы Чувашии. Дани Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика.